В Люберцах работает пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецка и Луганска. К благотворительной акции присоединился депутат Московской областной думы Дмитрий Денисько. Подробнее в нашем сюжете. Более 100 тысяч беженцев из Донбасса уже приехало в Россию. Ожидается более полумиллиона. На базе общественной приемной Люберецкого отделения партии «Единая Россия» организован пункт сбора гуманитарной помощи. Я совместно с компанией «Кухонный двор» тоже участвую в этой акции и собрали самое необходимое, то, что было в списках, и надеемся, это поможет беженцам понять, что им здесь рады, что их здесь ждут и о них будут здесь заботиться. Нескоропортящиеся продукты, консервы, детское питание, подгузники, постельное белье и многое другое отправилось в Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» в Реутове. Там находится общий пункт сбора гуманитарной помощи со всего Подмосковья. На данный момент мы принимаем, в принципе, любую помощь, но предварительно необходимо позвонить по номеру общественной приемной, обсудить с сотрудниками нашего местного отделения партии, какую помощь собираются предоставить, когда привезти. Есть определенный перечень того, что можно привезти. Более 26 тонн гуманитарного груза уже отправили из Люберец. Участниками сбора становятся депутаты, бизнесмены и просто неравнодушные люди. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.